возьми с собой Брюнган-фри. Брюнган-фри всегда уютно рядом с нами. Приходи с друзьями в семью Брюнган-фри. Брюнган-фри, попробуй и ты. Здравствуйте, вы смотрите информационную программу телекомпании «Город». Время говорить главные темы сегодняшнего выпуска. Где телеканал «Городской»? Новое российское телевидение занимает частоту, на которой вещают региональные компании. Вот вам башня, да и точка. Жители Аликанова протестуют против строительства вышки сотовой связи посреди села. Оштрафовали начальницу, суд вынес решение по делу о злоупотреблениях в спецавтобазе. А теперь обо всем подробнее. К нам в редакцию обращаются многие зрители с вопросом, а куда подевался телеканал «Городской» с уже настроенной кнопки? Почему вместо хорошо известного рязанцам нашего красного восклицательного знака, логотипа канала, вдруг появились три заглавные буквы общественного телевидения России? Для справки, указ о создании общественного телевидения подписал в свое время президент Дмитрий Медведев. Главный редактор и директор канала назначаются самим главой государства, а потому специалисты, в частности телеведущий Владимир Познер и лидеры некоторых парламентских партий, проект тогда раскритиковали. Формируется, дескать, очередной государственный телеканал, и понятно, какие задачи он будет выполнять, в чьих интересах работать. Началась деятельность канала почему-то ранее обозначенного срока, то есть не 19, а 17 мая, потому и возникла определенная неразбериха. Конечно, есть по этому поводу вопросы у региональщиков, которых попросту столичные коллеги буквально повыпихивали с обкатанной частоты, но такова жизнь. Для того, чтобы вновь смотреть наш телеканал «Городской», нужно сделать несложную вещь – просто настроить его на другой кнопке. Это быстро. Правда, и зрители, и телевизионщики отмечают, что качество вещания слегка упало, но это побочный результат вхождения ОТР. И второй совет. Чтобы принимать наши программы на канале «Городской», лучше всего сменить кабельного оператора на «Видикон». Тогда качество приема и нашего телеканала, и всех остальных будет на высоте. К другим темам. Жители села Аликаново опять пытаются отыскать правду и выяснить, кто же подменяет народное самоуправление и почему это так запросто получается в родном отечестве. Здешний народ собрал более 150 подписей против строительства вышки сотовой связи. Дело в том, что эту самую Эйфелеву башню заинтересованные люди намерены воткнуть прямо в центре села, как вечную железную елку. Во всяком случае, такую историю рассказали селяне нашему автору Глебу Галушкину. Аликановский репортаж продолжает программу. Против строительства вышки сотовой связи, причем прямо в центре деревни Аликаново, что в Рязанском районе, местные жители выступали еще в прошлом году. На сельском сходе они собрали более 150 подписей и отнесли коллективную жалобу главе Рязанского района, который постановил прекратить строительство вышки. Люди, уверенные в своей победе и торжестве справедливости, успокоились. Однако, спустя примерно полгода, рабочие появились в центре деревни вновь и стали в спешном порядке монтировать металлические опоры. Мы не раз обращались к Ходиной, к Пронькину и в областную администрацию, где нас заверяли, что нигде вышки в Аликанове не будет. Будет ей место дано где-то за селом. Растет деревня, возрастает. И дай бог ей, вот именно хотим мы здесь и площадки строить, все для детей. И вдруг площадка. Зачем? В Мурмино построили, рядом. Еще-то нам зачем? Ну, проще три штуки. Ну, проще три штуки. Там вот у меня вопрос, зачем? Местные жители уже устали задавать друг другу подобные вопросы. Они совершенно не понимают, почему постановление о запрете строительства вышки так бесцеремонно игнорируется. Почему именно это место? Почему мнение людей вот не считаются? Почему вопросы вот именно на местном уровне не решаются? Неужели все вопросы решаются только так вот на уровне президента и председателя правительства? Почему такая нечеловеческая ненависть коренным жителям Аликанова? Жители деревни Аликанова настроены решительно. Они не собираются сдаваться, а будут бороться и дальше. Что тут добавить? Вспомним Пушкина: «Сильны мы мнением народным». Однако в нашем случае никого, похоже, мнение народа не интересует. В общем, все как обычно в России, матушке. Вполне возможно, что тема получит продолжение. Судя по настроению местных жителей, они готовы дойти до высоких столичных начальников.
Но справедливость не всегда находится в загоне, даже если речь идет о руководящих нарушителях закона. В прошлом феврале оперативники регионального управления Федеральной службы безопасности пресекли мошенническую деятельность начальника по работе с персоналом Рязанской спецавтобазы Анны Смирновой. С подробностями Оксана Тебенихина. Недаром в народе бытует мнение, что власть портит людей. Даже доступ к элементарной бухгалтерской программе 1С может принести нечистому на руку сотруднику неплохую прибавку к зарплате. Именно таким нехитрым образом начальница отдела по работе с персоналом предприятия «Спецавтобаза» решила подзаработать на хлебушек с икоркой. 430 тысяч рублей. Именно эта сумма фигурировала в материалах уголовного дела. Женщина внесла в программу 1С данные о том, что на предприятии трудятся ее родственники. Введенные в заблуждение руководители начисляли зарплату вымышленному персоналу. 23 апреля 2013 года в отношении Смирновой вынесен обвинительный приговор. Данным приговором Смирнова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. И ей было назначено наказанием в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Сегодня мы получили кадры пожара в деревне Грачи Рязанского района. Загорелся двухэтажный дом, причем новостройка. Весь второй этаж заполыхал, огонь тушили 5 машинами, дом спасали почти 20 пожарных. Согласно данным пресс-службы регионального управления МЧС, через 20 минут брандмейстеры с пламенем справились. Пострадавших нет, причины выясняются. К другим событиям. Вчера во Дворце молодежи прошла встреча представителей Голицынского пограничного института ФСБ и будущих кадетов-пограничников. Класс соответствующего профиля планируется открыть на базе 33-й Рязанской школы, а подготовка кадетов будет проходить при поддержке пограничного института. На встрече была Олеся Харлина. Нельзя сказать, что в школе номер 33 подобное направление работы совсем в новинку. Далеко за пределами учебного заведения известен организованный активом клуб «Патриот». С ребятами в свое время занимались представители автомобильного училища. И, разумеется, в стенах школы не забывают своих выпускников. Один из них – Олег Дуканов, еще один погибший герой. На сегодняшний день кадетские классы пограничного профиля созданы во всех субъектах Российской Федерации. Теперь они появятся и в Рязани. В настоящее время заключен трехсторонний договор между Голицынским пограничным институтом и управлением ФСБ, и также школой номер 30 по образованию данного класса. Планируется, что в среднем звене это будет предпрофильная подготовка. Основные предметы учебные, но за счет внеурочной деятельности будет расширен сам пограничный компонент – основа военной и строевой службы. Для наглядности ученикам были показаны презентационные фильмы о работе пограничников в принципе и о подготовке новой смены профессионалов в самом Голицынском институте. Конечно, это романтика. На поверку же, рязанцам, которые решат поступать в Голицынский институт, придется сначала пройти медкомиссию и собеседование с психологом, а затем учиться серьезным и жизненно важным навыкам. Мы думали, что неоценимую помощь здесь нам окажут представители ФСБ Рязанской области, потому что вот эти классы будут формироваться непосредственно при их участии. Когда дети будут обучаться в 10 классе, ребята, в 10 классе уже будет подготовлен документов для того, чтобы они могли подготовить личное дело, которое они могут предъявить при поступлении в учебное заведение. Я считаю, что именно всегда рязанцы очень честно и добросовестно служили на всех границах Советского Союза и России. И поэтому подготовка молодого поколения в школах именно на границе, потому что не каждому дано право ходить по кромке нашей земли. Как говорят они сами, пограничники – это не служба, это судьба. А потому и к выбору надо подходить основательно и осмысленно. На сегодня все. Хорошего всем вечера. До встречи завтра. И не забудьте настроить на своих телевизорах наш канал, который работает только для вас, дорогие рязанцы. Да так и называется – «Городской». Удачи! Знают взрослые и дети о том, как
как мы вкусно и душевно печем. Брюнгалфи готовим вкусно, словно мама. Где бы ни был, ты возьми с собой брюнгалфи. Брюнгалфи всегда уютно рядом с нами. Приходи с друзьями, в семью брюнгалфи.